The end. Так, ну это наверх, а это вниз. Вот тут крыса есть. Но я так понял, нам наверх не нужно. Ой-ой-ой, чуть. А, я понял. Про сапожки рассказали. И опять же, допустим, там убили вот только что там какого-то Дракулу, да, ну, то есть себя, только внутреннего. А убили дочь сатаны, а вот этих вот, я не знаю, дебилов каких-то 2 на 2, мы не можем вообще с ними ничего сделать, кроме как влезть в них и открыть какую-то дверь. Очень забавно. А, я понял, это типа такой тайник, да? Опять же, в этом тайнике мог быть кристалл или, допустим, опыт. Причем, ну, я думаю, немало опыта. Как только увижу ближайшую эту фигню, то есть волка белого, чтобы переместиться к Чупакабре, наверное, к нему попадем, купим кристалл за 5к какой-то, который более всего нам нужен будет. Я думаю, у него какой-то там лимит по-любому есть насчет кристаллов, потому что можно было бы в тупую просто у него все кристаллы купить. Смотрите, там лифт и... Он был открытый. А теперь закрытый. Или мне показалось? Секунду. А ну-ка, что они сделают? Ну, я так понял, что нужно вот вселиться и подойти к лифту, да? Сыпь, 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 сы
Как думаете, к лифту или к тому? Не, он в лифт не зайдет. О, он еще даже может быстрее идти. Ну, парень, пропускай меня. О, боже мой, меня сейчас убьют. Тут что-то явно не, я не то сделал. Ну понятно теперь. Ладно, так уж и быть, давайте прокачаем то, что нам нужно. Это нужно, прыжок за спину, и чтобы потом ударить. И тут то же самое. Все. Как думаете, я перепрыгну? Ну, большую, по идее, не перепрыгну, хотя... Перепрыгнул. Видимо, сейчас будет махач.
О. Так, ну можно пойти туда, там где крестик, но... Тревор как бы говорит, давай за мной. Куда это он ведет? Я уверен, три неприятных парня до жути. А, ну будем сейчас что-то думать. Вообще, где я нахожусь? Ну тут я даже ударить не могу. Возможно, я просто рано сюда зашел, как бы. Не знаю. Возможно, нужно немножко попозже прийти. Звездные войны, блин. Видели там этот тайничок был, кристалл? Так, и что мне делать? So the dragon lives. Возможно, мне нужно было в левую сторону уходить. We thought you dead. Очень приятно.
Да, скорее всего, нужно было туда ползти. Так, пропустить можно? Давай. Поднимайся. So the dragon lives. We thought you dead. Давай, блин, он уже близко. Подождите. Зря я, наверное, пропустил, да? Потому что там он, наверное, как-то сбежал в эту сторону. Угу. Very clever. So you have lured me to your castle. My power here is pathetic. I can see that I have underestimated you. Accept my apology. It won't happen. Ну, это было предсказуемо. Какая-то троица, да? Наездники шторма. Ну, давайте. Так, ты у нас первый хочешь получить? Оп, а он пробивает, смотрите. То есть электрический он, видимо, его в первую очередь нужно намесить. Тот здоровый вообще что-то бегает, непонятно. Иди двери вышибай, слушай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, плохо. Очень плохо. Не то сделал, конечно. Yeah.
Так, минус один. А, этот тоже, да, уже электрический стал? Так, что-то там я набил. Ну-ка, дружище, иди сюда. Еще минус один. My father eagerly awaits you in his kingdom. Don't make him wait. Окей. Блин, да нельзя уклониться. Ой, больно будет. Что нужно сделать? Надо идти к нему, что ли? Интересно, мы силу какую-то получим? Так, ну мы уже тут были.
Я думаю, что у малого бы легких не хватило дуть в ту херню. Вообще, с какой стороны залезть? Так, ну нам по идее туда, мы пойдем уже туда в следующей серии, а сейчас мы просто перепрыгнем туда, попробуем это сделать. Угу. По идее талисман должен быть, да? Что за яйцо? А, я понял. 4 яйца теперь. Ну вот, то есть, я понял. Так, пожалуй, мы на этом закончим. Спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через ссылочку в описании, пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч. Пока-пока.